И снова здравствуйте! С вами снова Юлия Нилова из Скандинавской школы. И сегодня мы с вами наконец-то познакомимся с шестым глагольным типом. Поехали! Итак, наконец-то мы с вами познакомимся с шестым глагольным типом. Шестой глагольный тип заканчивается на «та» или те, перед которыми стоит «э». И при спряжении этого глагола мы «та» или те будем менять на «не», а после этого добавлять падежное окончание. И обратим внимание: в этих глаголах, так же как в глаголах третьего-четвертого типа, будет обратное чередование. Глаголы шестого типа будут обозначать действия, которые произошли от каких-то прилагательных или существительных. Поэтому понять значение этих глаголов достаточно просто. Ванхета от слова ванха (старый, стареть) ванхета (стареть). Мина ванхенен, сина ванхенет. Хен ван хене. Ме Те ван Хе Паэта. Сбегать, совершать побег. Основа пакене. Появляется обратное чередование. Запомним, в этом глаголе появляется буква ко. Мина пакенен. Я сбегаю, я совершаю побег. Сина пакенет. И ты сбегаешь. Хен пакене. И он сбегает. Мэ пакенем. Мы сбегаем. Те те. Вы сбегаете. Хе пакеневат. Они сбегают. Другие глаголы шестого типа. Кумета. Кума. Кумета. Горячий. Нагреваться. Кюльмета. Кюльма. Кюльмета. Холодный. Охлаждаться. Лемметта. Становиться теплым. Леммин. Лемметта. Вилетта становиться прохладным. Люхетта становиться коротким. Пидета становиться длинным. Нуаретта становиться молодым. Молодеть. Пимета темнеть становиться темным. Суретта увеличиваться становиться большим. это становиться маленьким уменьшаться. Тарьета оставаться теплым Интересный глагол финский используется тогда, когда вокруг изменяется погода на более низкую, а там остается температура такая же, какая была. Тарьета. Не мерзнуть, оставаться теплым. Тюхета. Опустошаться. Спасибо. Ну, Спасибо всем. До встречи в скандинавской школе. Мы вас любим. Пока.